Обычно мы там проводим, потом сюда, вот потом вот на кладбище. Ежегодный маршрут Рушалии Абдулловны в день воздушно-десантных войск. Ее сын Александр с детства мечтал стать десантником. Мечта сбылась, а потом был Афганистан. Попал когда в армию, то он был в особо десантно-штурмовом батальоне. Попал в Афганистан, но он ничего не писал. Он здесь писал, что здесь очень красиво, здесь жарко, здесь тепло. И не говорил, что куда он попал, потому что в первое время было запрещено. Это был 79-й год. Погиб он в 81-м году. Я первая получила похоронку. К вечному огню мать погибшего воина пришла, чтобы возложить цветы и принять участие в митинге, посвященному Дню ВДВ. Две корзины прекрасных роз от главы округа торжественно возложили ребята из военно-патриотического клуба «Вятичи». На счету Геннадия 21 прыжок, считает этот день своим лучшим праздником в году и гордится, что стал десантником. Говорит, иногда бывало и страшно. Мне однажды было пристрелочным. Выпускали меня, значит, я около обреза простоял секунд около 20, пока пилот решил, ну, что мне пора прыгать. Вот. И вот за эти 20 секунд я долго смотрел вниз, казалось, очень долго времени прошло. И готов был даже, честно скажу, обратно вернуться, отстегнуть вытяжной и вернуться обратно в салон самолета. Но все равно совершил прыжок. Признается, оно того стоит. Там, где нужны отвага и самоотречение, десантники всегда впереди. Даже в мирное время они поддерживают боевую готовность. Никто, кроме нас. Не пустые слова для настоящих воинов. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».